В Тверской области на следующий год планируется начать работу по строительству и реконструкции причалов. В Завидово создадут транспортный узел, и в Кимрах, и в Твери реконструируют имеющиеся. Подробности в нашем следующем материале. Эти решения прозвучали на совещании по развитию инфраструктуры водного транспорта. Так, что касается Завидова, уже разрабатывается документация, и в ближайшее время она будет направлена на госэкспертизу. Транспортно-пересадочный узел станет ключевым объектом кластера «Волжское море» и объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Он будет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Губернатор Игорь Рудени поручил разработать дорожные карты по благоустройству прилегающих к причалам зон в Твери и Кимрах к созданию полноценных маршрутов для туристов.